Привет, народ, с вами Финаргот. Сегодня 28 мая, у меня день рождения, но самое главное, что анонсировали первые инвайты на International. Да, International, который пройдет в этом году в сентябре в Копенгагене. Были озвучены первые коллективы, которые получили прямые инвайты. Это Team Spirit, это Extreme, это Falcons, это Liquid, это Glady и это BB. Glady, конечно, смешной инвайт. Да, они прошли в последнем турнире до финала, но в целом показывали отвратительные результаты по мере сезона. Ну, блин, с другой стороны, на без птичьи, как говорится, и жопа соловей. Сейчас в целом мало сильных коллективов. Ну и, собственно, Valve оповестили, что остальные 10 слотов будут даваться за отборочные. В Китае и Северной Америке они пройдут с 9 по 13 июня. В Восточной Европе и в Южной Америке с 14 по 18. И в Юго-Восточной Азии и Западной Европе с 19 июня по 23. Больше ничего нам тут толком не рассказали. Нам тут рассказали про то, когда будет проходить инт, в какие числа. Никакой информации о грядущем Collector's Cash, но я ожидаю, что он выйдет уже на этой неделе. Думаю, так и будет. Ну да, тут ничего про это пока не пишут. В любом случае, залетайте сегодня на стрим, буду стримить. И опенкейсы, вся фигня сегодня тоже выйдут на канале. Опенкейсы и круткие арканы в конфетной лавке на 3 слота. Вот, выпало, не выпало, увидите. Бай-бай.